Приветствую, друзья! Как зарабатывать деньги или тайная сила полусонного состояния? Дело вот в чем. Дело в том, что когда вы находитесь в полусонном состоянии, то у вас происходит процесс в какие-то моменты, то, о чем вы думаете, там отсекаются страх ошибки, комплексы, стереотипы. Там отсекается все, что мешает проникать в глубину ответа на искомый волнующий вопрос. Поэтому, если вы просто берете, думаете, о чем вы думаете, размышляете, например, как зарабатывать деньги, и в этот момент легонечко так погружаетесь в полусонное состояние и продолжаете думать, о чем вы думаете. Эта тайная сила полусонного состояния, давно ее люди искали, но не могли это так четко, ясно просто сформулировать словами. Все дело в том, что кто лучше формулирует, того и слышит. И это на самом деле так. Попробуйте вот прямо сейчас. Думайте о том, что вас волнует, например, как зарабатывать деньги. Или возьмите любой другой, но истинно волнующий вас вопрос. Не просто какой-то абстрактный, который вас не касается, а именно тот, что вас глубоко волнует. И вот думайте об этом, переживайте об этом, и в это время слегка вот так покачиваете, сделайте вот эту волну гармонизирующую, которая помогает легче, быстрее успокаиваться. И погружайтесь в полусонное состояние. Полусонное состояние вы можете вспомнить. Вы можете, погружаясь в размышлении над этим поиском ответа, как зарабатывать деньги, или какой-то другой вопрос, который вас волнует, это не имеет никакого значения, какой вопрос вас волнует, вы все равно найдете ответ, потому что вам в обычном состоянии мешает то, что когда вы думаете о значимом для вас вопросе, безусловно, вы нервничаете, безусловно, вы боитесь, что вы можете ошибиться, безусловно, вы боитесь, что можете не успеть получить результат, а может, вы идете не по тому пути, или послушал не тот совет, или послушала не те мнения, посмотрела не тот интернет, прочитала не ту книгу. А вот когда вы переходите в полусонное состояние, там и находите точку опоры, потому что в полусонном состоянии происходит обнуление с отсеканием всех страхов за ошибку. И вы начинаете видеть дальше своего носа. То есть там пробуждается как бы интуиция. Потому что интуиция – это внесистемное движение информации. Это когда миллион деталей, на которые вы в обычном активном сознательном состоянии могли не обращать внимания, они были подпороговые. А тут в полусонном состоянии они вдруг открываются и начинают вам подсказывать. Происходит такой свободный поток ассоциаций, связанных с поиском ответа на волнующий вас вопрос. Свободный поток ассоциаций. То есть вы просто взяли и открыли для себя вот эту обширную, глубокую подсознательную базу данных. Да, это происходит именно когда вы перестаете чего-то бояться, убираете страх, убираете подражание авторитетам, перестаете обращать внимание на чьи-то советы и действительно интуитивно проникаетесь в поиск получения ответа. Когда вы один на один с собой, и действительно вас вопрос волнует, и вам не хватает только этого, то, о чем я сейчас рассказываю. Только этого вам сейчас не хватает, чтобы при волнующем, значимом для вас вопросе вы сняли лишнее напряжение.
и вышли на нормальное состояние работы мозга. А мозг, он способен синтезировать из всех данных подпородковых, осознать и синтезировать ответ. Весь опыт ваш, вся ваша интуиция, как я сказал, работает в данном случае на это, в полусонном состоянии. Теперь я вам напомню, почему так происходит. Вы лично хорошо знаете, когда вы просыпаетесь, но еще не до конца проснулись. Мысли текут свободно, как облака, ничего внутри не задевая. А потом вдруг вспомнили, что сегодня важное какое-то событие, экзамен, встреча или что, и включились. Вот это когда вы включились, вы уже вышли из этого состояния, когда мышление было свободно. Итак, теперь вы даете ему направление, таким образом обеспечиваете себе свободное течение ассоциаций всех из базы данных подсознательных процессов в направлении поиска ответа. Итак, теперь вспоминайте, как вы засыпаете, начинаете дремать. Да, и продолжайте переживать по поводу волнующего вопроса, как заработать деньги. И на самом деле, вы заметите, что после этой нашей встречи с вами, когда вы так попрактикуете один или два раза, ну, допустим, в удобное для себя время, столько минут, сколько вы сами хотите, вы заметите, что вы начнете понимать, что вам надо делать. Для того, чтобы ответить на вопрос, как заработать денег. Да, это очень интересно. И на самом деле, это для вас от меня большой подарок. Может быть, вы интуитивно знали это, может быть, вы где-то когда-то это слышали. Но я говорю сейчас это очень понятным, доступным образом. На очень простом общечеловеческом языке. Такую сложность, что такое нулевое состояние, что такое нирвана и что такое поток, я вам сейчас рассказал таким простым текстом. Итак, просто берете, слегка покачиваетесь, задремываете, вспоминаете, как вы засыпаете, представьте, что вы ложитесь спать, что ваша голова коснулась подушки, да. Щека теплая, вы засыпаете, вам тепло, комфортно, вам хорошо, вы засыпаете. Вспоминайте это и одновременно думайте о своем волнующем вас вопросе. Как заработать денег? И в какие-то моменты вы будете секундами туда погружаться, и в какие-то моменты там происходит освобождение от всех страхов, шаблонов мышления и лишних эмоций. И вы там в абсолютно защищенном состоянии, в нулевом, начинаете соприкасаться с вечностью, с этой безмятежностью, и оттуда получаете понимание, как заработать денег. Да-да-да! А мне в подарок горькую шоколадку, пожалуйста, пришлите. Потому что сладкие шоколадки я не ем. До встречи!